Вы смотрите видео об отеле Santa Sofia Hotel Sultan Ahmed. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Santa Sofia Hotel Sultan Ahmed расположен в стране Турция в регионе Стамбул и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 15 километров от аэропорта Г. Стамбул в районе Sultan Ahmed. Район Sultan Ahmed является историческим центром Стамбула, расположен на мысе между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем. Название района происходит от одноименной мечети Sultan Ahmed, известной туристам как Голубая мечеть, расположенной в центре района. В районе расположены такие выдающиеся памятники мировой архитектуры, как Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Дворец Топкапы, Цистерна Базилика и другие. Отель построен в 2003 году. Ресторан-бар, парковка, бизнес-центр, Wi-Fi бесплатно в общественных местах. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал, бизнес-центр, прачечная, химчистка, обслуживание номеров 24 часа, беспроводной интернет бесплатно, услуги доктора по запросу, парковка, прокат автомобилей, в номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар, сейф, душ, фен, телефон, паркетное покрытие, беспроводной интернет бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 40. 40 стандарт румс, 14, 24 М2, одна комната, максимум 4 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть вызов врача, доступ в интернет, Wi-Fi, услуга будильник. Год постройки гостиницы – 2001. Год, когда был сделан последний ремонт – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.